Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Ван, я опять вернулся, и знаете ли, Nintendo — это единственная конченная долбанутая компания, которая делает копирайт на геймплей. Серьезно, на самом деле, должен был уже быть давно видеоролик насчет вот этих вот определенных хаков, которые у меня есть сейчас, но вот только представьте, каким надо быть для того, чтобы брать и вот делать авторские права на геймплей. Причем даже на тот, который отличается. Они, во-первых, делают мало того, еще и копирайт на музыку. Ну, это еще можно понять хотя бы, но на визуальное изображение своих игр. Вау. Это самый полнейший бред просто. Сегодня у нас Crazy Luigi и Crescent. Две части. Всего лишь 4 хака, но при этом они невероятно красивые, невероятно хорошие. Я в любом случае сейчас должен был бы подохнуть, так что это нормальное дело. Окей, начнемся заново, начнемся нормально. Так, 3 сразу же у нас возможности, есть всего лишь одна. Чудесно. Здесь надо быть осторожным. Оп. Ага, по-любому подыхаем. Чудесно. Окей, сделал резет, посмотрим. Чудесно. Вот это дело. Ага, идеально. Окей. Какой уже раз. На самом деле моды очень даже интересны, потому что даже в том же самом Crazy Luigi вам нужно придумать какую-то определенную тактику. Сейчас-то я ее знаю, потому что я ее уже использовал. Окей, но дальше-то проблем будет на самом-то деле. Без шуток, дальше будут реально серьезные проблемы. Потому что дальше идут только вещи посложнее и посложнее. Окей. Еще одна попытка. Нужно каким-то образом взять тебя, прикончить так, чтобы эта сволочь не смогла нам мешать в любом случае. Идеально. Как эту мразь надо все-таки взять и прикончить? Окей. Сразу возьмем и на него побежим. Итак. Бежим. Сразу же вот так. Ой. Твою же мать! А в этот раз-то как, а? О, это самое лучшее, потому что с первого раза у тебя все получается идеально, а после этого у тебя идет просто ад. И еще лучше. А! Есть идея. Окей, тогда есть идея, блок не будем бить. Просто то есть сделаем, что сразу же прыгнем ему на голову, если это вообще возможно здесь. Нет, невозможно, скорее всего. Так, давай. В этот раз все должно получиться хотя бы. Охренеть. Все, наконец-то. Не смей даже восставать, паскуда. Пошел ты вон. Почему ты паскуду сюда вообще поставил? Он только мешает. Еще лучше. Угу. Плюс баг в копилку. Яй-яй-яй-яй. Почему все должно быть с тобой только сложно, а? Ой, охренеть. Ой, такой момент был. Идеальнейший прям был момент. Жаль только, что здесь вроде бы как нет чекпоинтов. Если есть, то все равно они на очень долбанутых местах. Серьезно. Так. Это на самом деле довольно-таки сложноватый прыжок, потому что надо взять, разогнаться и только тогда прыгнуть. Проблема, кто если не понял, в стенах. Вот и все. И, конечно, в этой сволочи тоже. Ага. Окей, есть на самом деле еще одна версия. Это Crazy Luigi by Ulti Messia. Ulti Messia. Это самая тупая ошибка, ничего такого. Пока что ничего нового. Но мы таки не пошли далеко. Кроме тебя-то, сволочь такая, а? Идеально, идеально, идеально получилось в этот раз. Все, раз. Здесь то же самое. О! Вот и все. Вот это дело. Так, я побежать, 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 теперь нам сюда. Либо можно туда. И я то, что надо. Здесь сложно. Здесь будет сложно и... Фак е, yeah, вот это был бред. Вот это был самый просто, мать его, настоящий бред. И мы вроде бы в тот момент по-любому подохнуть. О, спасибо. Ой, фак. Все, это как раз то, что нам надо сейчас. Без шуток. Все. Прошли. Пока что прошли. Так, здесь ничего такого.
На самом деле, хак очень даже интересный, и сыграть в него стоит. Гребаный Марио свою самую главную проблему назад и пойти нельзя. Вот почему нельзя пойти назад? Вот это бред же! В любом случае. Советский Марио, ни шагу назад. Так, а ну-ка. Можно опуститься? Нет, нельзя опуститься. Жаль. Жаль. Так, окей, подожду вас. Ко мне. Идеально, мне здесь еще и ударяются друг от друга. Так, и тебя ждем. У меня время есть, скорее всего. Идеально. Ну, здесь ничего и сложного не было, на самом деле. А здесь начинается бред. Что это, мать его, такое? Что это? Да, начинается потихоньку уже бред. И здесь надо как-то пытаться что-то сделать. Оп. Получил. Иди вон, давай, пошел. Пошел. О, здравствуй. Получим. Оп. Получилось. Охренеть. Да, надо просто чем почаще использовать какие-то выкрутасы, вот и все. Да, но вещь на самом деле интересная. О, то, что надо, скорее всего. Для пронырлых. Хоп, хоп, прошли. Идеально. Нет, 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 до свидания, вы мне не нужны. Ага! Божественно, божественно, божественно. Это было, ну, прям идеально. Окей. Всего лишь немного попыток. Ага, еще в этом самом моменте надо будет выживать. Да ладно, не проблема. Ага, давай. Видишь, интересно, на самом деле. Я даже рекомендую, кстати, пройти этот мод, потому что он реально интересен. По крайней мере, мне лично его проходить интересно. Оп. Надо использовать целую кучу выкрутасов, но все равно. Здесь все на самом деле интересно. А также я не мог забыть о таком моде, как Crescent. По крайней мере, здесь пишет, что он 2007 года. Неплохо. Окей, смотрим. Играем из-за Толда. Вначале все еще нормально. Физика уже здесь поинтереснее, даже потому что нас очень сильно заносит. И так повсюду и всегда. Шайгай, даже тебя сюда везли. Ничего себе. Неплохо, здесь уже побольше различных другие персонажи. Из других частей, что ли. Да? Оп. Окей. Смотрим. Идеально. Тихо, 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 тихо. О, снова конченые моменты. Обожаю такие. А, здравствуй, дружище. Прощай. Так, как здесь это сделать? Хуй-ю-ю-ю-ю-ю. Ё, твою жизнь. Я так не люблю такие моменты, но проходить их, это ну просто что-то. Ага. Идеально, идеально. Так. Несколько попыток. Yes! Получилось. В этот раз получилось. Так, я даже, представьте себе, сохранился. Интересная возможность. Я уже и забыл об этом. Нет, ну Crazy Luigi это, по крайней мере, точно поможет нам пройти. Окей. Если, конечно, за него возьмусь. Но Crescent дело интересное. Измененная механика игры. Измененный в целом геймплей даже из-за этого. И атмосфера. Текстуры изменены. Да и все другое тоже, через спрайты в данном случае. Эти текстуры это спрайты. Текстуры это у нас 3D оболочки будут. 3D оболочка. 3D вселенной. О, другое дело. Ничего себе ты подрос. Молодец. Здравствуй, получи. Та самая классика. О. Ага.
Ничего, ничего. Ха, вот и дело. Сделано. Главное, чтобы зона не была закрыта, ну да ладно. Как я мог такой шанс пропустить, вот серьезно? Они по-любому сделали здесь вот так. Все? Буквально несколько секунд и пройдено. Идеально. Оп, еще 5000. То, что надо. Прекрасно. Проходите, интересно. Мне это нравится. Даже на скорость получается нормально. Может быть, как раз для этого и создан для быстрого прохождения, но уровень на самом деле интересный, они мне нравятся. Посмотрим на кое-что другое. Красный 2. Совсем другое дело. 5. Целых 5 хп, ничего себе. Атмосфера здесь еще интереснее. Круто. Ночная здесь, по крайней мере, здесь выглядит прекрасно. Вот серьезно. Уровни будто ночные, но вау. Интересненькие спрайты теперь. Ну, интересно. Твою ж-то, подловил, сволочь. Подловил. Я надеюсь, что весь красный не будет на этом строиться. Главное, чтобы я еще раз об этом не забыл. Чудесно. До свидания. Ага, нельзя пройти даже. И вообще идеально. Это прям как будто какие-то блоки поставлены. Ничего себе. Ого-го, ничего себе вы меня здесь предлагаете. Не, ребят, это уже не смешно. Вау. Окей. С этим уже хотя бы что-то надо... Окей, окей. Ладно. Вот и еще раз. Вот мы и здесь. Вот и на тебе, получил. Раз, два, погнали. Окей. Угу. Ладно. Пропустил даже каким-то образом. А зачем? Угу. Еще что-то странное. Оп. Получилось, по крайней мере, жесть какая-то. Окей. В любом случае, я рекомендую вам пройти и Crazy Luigi, и Crescent. Первую и вторую часть. Моды годные. И только годные. Вот и все. Пожалуй, на сегодня это все. Если захочу, то даже, пожалуй, пройду до конца. Но я должен был вам это показать, потому что прошлый выпуск получился, ну, полноценный. Там были все нужные мне моды, но... Твою же! Nintendo заблокировали видеоролик по причине того, что в нем был геймплей. Даже не музыка уже, геймплей. Мне не понять.